будет очень непросто. Попадает Рафа. Первый затяжной. Здорово действует Михаил, играл. Не перелетает мяч. Показывать все свое мастерство. Первый эйс в этом. Проверить правильность решения арбитра. Очень хороший удар Рафаэля. Достать этот мяч было очень-очень непросто. Вот, Южин даже вошел в корт, поэтому нужно было еще немножко даже пятиться назад вот здесь. По 30. Очень важное очко. Для того, чтобы закрепить свое преимущество в первом гейме, Мише, конечно, нужно брать свою подачу и никак не отдавать ее. Отличная двухходовка. Второй эйс в этом гейме берет. Молодец, Миша. Пользуется тем, что обратил за Южного. Ну, важно сохранить вот эту концентрацию Михаила. Нет. Очень здорово растягивает по себе. Я думаю, просто так сдаваться никому не будет. Третий. Еще один эйс. Напоминает нам, что три титула за карьеру было у них в гейме первой партии. Наконец-то про. Ошибка Южного. Уже не так пассивен в этих перестрелках Рафаэль Надаль, однако все равно 17 брейкпоинтов всего реализовал Рафаэль. Сам Рафаэль Надаль ошибается в этом розыгрыше в простейшей ситуации. Вот Рафаэль. Диски отдельно у него были в предыдущем сете. Позволяет Надалю искать свой теннис и находиться. Два классных удара слева в разные углы по 15. Игра сегодня Раф. Четвертый эйс в этом матче, стоит отметить вообще подачу Южного.
40-0 в пользу Надаля. Посмотрим на повторе, что здесь было. Похоже и... Так и есть, под ноль берет свою подачу Рафаэль Надаль. Великолепная вторая подача в самую линию и... Так аккуратно положил мяч Миша Рафа здесь. Даже поскользнулся, пытаясь достать этот мяч. Это в размеренном таком ритме. Обычно все заканчивается именно ошибкой. Очередной эйс. Молодец, Михаил, здорово на... Попадает в самую девятку Михаил. Идеальный для Михаила. Да, вот. Самый 89 мячей он взял на второй подаче Рафа. И вновь Южный попадает под самую... Очередная же не хотел бы обыгрывать. И сейса он начинает. Тридцать-ноль. Летает мяч очень далеко, и тройной, и чемпионшип на каждом мяче. Да. Еще один гейм, взятый на своей подаче под ноль Михаилом Южным. 6-0, 6-1. Именно с таким счетом обыгран Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира. Признает Рафа, что сегодня Миша был сильнее. Ну, что, сам Рафа точнее был все-таки слаб. Традиционное приветствие Михаила Южного всем зрителям. From him, so hopefully he'll be back next year, but more importantly for 2008, you go into the Grand Slam of the Australian Open, you're looking well, you're looking fit, your plans for this year. Планы Рафа на ближайший сезон. Сейчас еду в Мельбурн, неделю тренируюсь. Михаил, you
just didn't let him get back into the match today. You played absolutely fantastic tennis. Yeah, thank you, but I think I just like it today because yesterday it was like final. Carlos and Rafa play unbelievable match, and thank you, Carlos, and good luck for Rafa. But good luck in Australia Open. And the check for $68,800. $68,000 главный приз на этом турнире. Хорошее начало сезона во всех отношениях. Еще раз нам напоминает, что это четвертый титул в карьере Михаила. Ну и главный кубок, вот такой вот он, красивый, отличается от того, что дали Рафаэлю, ну, размерами вот этого основного планшета и цветом теннисного мячика наверху.